перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здоров. А вон, Вова, понеслось. Здорово, здорово, ребята. Как вам моя новая прическа и борода? Я усы чуть-чуть поуже сделал. Здесь как, нормально? И вообще, бля, ассаламу алейкум. Короче, салам, ребята, это был мой брат-двойник, короче. У каждого, короче, успешного чувака есть двойник, короче. Нормас, что? Что, как дела? Как тебе новый трек Гнойного? Гнойный мне нравится, я не могу ничего плохого против Гнойного сказать. Почему с альбомом затягиваюсь, короче? Потому что, ребята, у меня жена беременная, в следующем месяце второй ребенок, короче, и вы представляете, мне надо быть отцом, мне надо быть мужем, короче, и вот такая всю хуйня. Класс, наверное, придет позже. Короче, они сейчас на день рождения у нашего братана, 35-е, юбилей. Алеша, помахай рукой. Помогаем. Это Алёша Ниман, это тот чувак, который делает самые охуенные биты. С Камчатки, да ну нахуй. Не, чуть-чуть выпивай, короче. С Камчатки? Цой, Виктор Цой из Камчатки. Я думал, Виктор Цой азиат. Чё, похоже, смотри, да, ребята? Вообще, все лайв-трансляции, короче, ведет он, короче, когда у меня тяги нету, потому что это, типа, мой брат-двойник. О, блядь, Фричер. Смотрел на днях этот Аквамен. Крутой фильм. Да-да, вот это вот, который биты ебошит. Алёша. Алёша, биты. Биты от тебя. Вот это вот тот, который биты ебошит. Дона звонил, короче. Сейчас зайдет в конференцию. Мама звонила, короче. Сказала, чтобы домой приходил уже. Горшок свистит, блядь. Блядь, Артём, заявку кинь, блядь. Артём, звони, блядь, мне, заходи в конференцию, блядь, ёбаный в рот. Да-да-да. Это называют, короче, онлайн-трансляция, блядь. Это ПР. Не знаю, я не могу читать. Я сильно пьяный, чтобы читать ваши вопросы, короче. Подожди, я попробую сам. Жду тебя, Артём. Ваня, привет. О, нифига себе, прикинь, оно сидит с нами. Васит, оно. Где? Ну-ка покажи мне Рому. Вон Роман сидит. О, Романчик, я думал, ты похудел. Ага. В каком месте? Что, я тоже сидит? А вы что, это? Сидишь на барах сидите? Сидим в баре, бухаем, короче, курим. Ассаламу алейкум, братки. Алейкум ассалам, посмотри, мы сейчас тоже сами выйдем, да? Чё? На алкаши. Я курю только косяки и пью Бэкс Гольд. Бэкс Гольд, бременское пиво, да? Это пиво из Бремена, да? Бэкс. Да. Так, ну что, ребята? Все, Вано, давай, выведем. Что? Давай, поднимай, Вано. Давай, выведем. Давайте, ребята.
О. Фу. Я уже бухой, короче. А у вас как? Ну, мы как бы нормальные, да. Мы с Артемом там уже нормально сидим. Вы еще трезвые? Не, мы не нормально. Мы с Романом еще третью бутылочку. Так, раз. Ну, куда деваться? Третью бутылочку уже пьете? Ну, третью бутылочку уже. Я уже сам не знаю, куда лезет. Ну, лезет. Да мы тут за это. Мы по этим... Да. А вы где сидите? Что, в шиша-бар или что? Да-да, мы в шиша-бар. Ну, мы как бы это... Понял? Смог чиба-чиба, братаны. Блядь. Вижу, они обои лысые. Блядь, Дима, блядь. Бля, это братья, ебаный в рот. Извиняюсь, что... Ну... Вот у нас да, есть. Да. Дима, да ты не смейся. Ты когда будешь в нашем возрасте, тоже облысеешь. У них начало головы одинаковое, короче. Нет. Это... Я просто сегодня как раз у парикмахера был, короче. Поэтому. Дима, у меня тут такая, короче, шевелюра была, я вот так закинул. У тебя, походу, стрижка, блядь, полубокс, да, Рома? Да-да. Сторону нахуй коротко и сверху чуть-чуть. Тебе да, ирокез сегодня... бы шел, Роман. Я сегодня как раз к туркам ходил, короче, они меня обстригли, короче. Нормально. О, я тоже хожу к туркам, они, блядь, стригут заебись, они даже уши обжигают, блядь, типа такой хунюшкой такой, знаешь, обвалили волосы на ушах. Дожил до этого, блядь. Да-да. А чё, вы вдвоём тусуетесь? Не, Алёша вот тут ещё сидит. А, не, Алёша Ниман, или чё? Алёша Ниман, да, вот, братан, вот. Ждём, короче... Первого класса ждем, и там еще пару ребят, они сейчас... Артем, должен подойти. А Артемочек должен, тоже подойти должен, или что? Артем? Не понял. Артем должен подойти, или что вы там ждете? Да, ребята. Нифига себе. Такая у нас хуйня. Мы же теперь, блядь, старые друзья стали опять нормальными друзьями. Опять подожди, общаетесь? Может, он даже написал... Эй, Кензо, бля, вас гейт, Кензо, бля, здорово. Ванька, а что ты с Касовскими там завязал? А? Что? А, Ваня, что ты с Касовскими завязал там? Йо, у меня больше с Касовскими не будет там, фичер. Ну, у меня же запрет, мне нельзя больше в кассы. Мне даже кассы нельзя Дима говорить. Дима запретил или что? Стопудово. Дима запретил тебе, да? Да-да, Дима запретил. Дима, бамперы, да? Да-да. Это ты козёл. Это, понимаете? Вано, короче. Я слушаю. Нет, Бремен поедем, чё, наберу я тебя? Так, я только Рому пригласил, Артём, тебя нет. У тебя на голове что-то висит такая большая залупа, убери ее. Я положил, Артём, убери ее. Артём, это называет волосы, называет это, что у меня на голове. Это то, что у тебя уже почти нету. Нету. Э? Так, у всех по-малому становится. Чуть-чуть, мало. У него, у меня, у всех. Эти балбес. Это красивые кавказские волосы.
Не, Вано, короче, это, смотрел твое видео, вот это, где ты ходишь в школу ты ходил. Да. Жалко, что да. 10 лет назад в школу не ходил. Вот где ты в школу ходил, вот это последнее видос твой смотрел я. Да, ребята, я тоже в школу когда-то ходил, да, есть такое. В колледж строителем учился. Крыл крыши, да, да, есть такое, блядь. Нет, нормально. Ванька, а ты? 2008 год, хотя бы. Вернулся, вернись. Короче, ладно, Вану, а что это? Сейчас будем тут это. Мы, короче, дальше будем бухать. Вам давайте нормально все посидеть. И, короче, ну, я думаю, в скором времени... А то все ребята думают, что у нас биф, да, ребята? У нас же нету бифа, да? Нет. А подожди, мы вообще... Как это? Вот у меня просто рука занята, я бы тебе сердечко показал бы. Эмбрикин, вообще... Вот давай ему сердечко общее сделаем. Бля, мне надо телефон положить из рук, короче. Один-один там, а мы, оказывается... Во, видал? Мы с Димоном сердечко... Сердце. Во. О, вот так. О, смотри, вот. Ребят, да. Все круто. Все заебись. Вано, короче, это... Так что, придурки, если вы еще будете писать, блядь, что-то, блядь, биф какой-то, пошли вы нахуй, у нас нету бифа. С Каслем все круто. Это, короче, наш друг Кеннон. Помахай руками. На русском что-нибудь скажи. Закрыть вас опросишь, блядь. Заебись? Заебись, хорошо. Алис Кля. Это все могут на русском заебись. Да? Yeah. Это его барчик, кстати. Вот мы у него в гостях. Короче, так, это я ему не покажу. Давай, короче, все это. Если я соберусь в вашу сторону, я, короче, напишу тебе. Давай. Романчик, пиши, заезжай в гости, короче. Посватаем наших детей, если что. Блять, я парту. Давай, все. Дима, тихо. Давай, пацаны, нормально, короче, отдохнуть вам, да? Будешь в наших краях заезжать, жду, короче, набирай старый номер, ты знаешь. Да. Все остальные ребята, вот вы видите, все заебись, да? Видите, Роман показывает вот что-то вот типа такого, все заебись. Все, ребята. Как эту бодягу отключить? Сейчас, подожди, как ее? Целую, обнимаю, короче, обнимашки, короче, целовашки. Давай. Все, давайте. Чуть дай на угол. Подожди, как это отключить? Орляс. Давай, блядь, подожди.